28-0. Очень редко можно встретить непобежденных бойцов не то что в UFC, а вообще в ММА. А если ты еще не побежденный в течение 28 боев, это просто безумие полное. Хабиб Нурмагомедов настоящий уникум, который близится к тому, чтобы закончить карьеру с рекордом 30-0. Это и вправду будет историческим моментом, ведь до этого не было такого человека с настолько чистым рекордом в UFC. Но Хабиб тоже человек, и у него были моменты в карьере, когда была угроза смены его нолика на единицу. И я хотел бы сегодня поговорить об этом. Друзья, с вами Страйкер, и в сегодняшнем видео мы рассмотрим 5 моментов, когда Хабиб Нурмагомедов был ближе всего к поражению. Поехали! Да, ребята, я понимаю, что у многих будет неоднозначная реакция, что именно этот бой в этом топе. Но, блин, у Хабиба слишком мало опасных моментов в карьере, чтобы можно было включить какой-нибудь другой поединок. Но что есть, то есть. На самом деле, я включил этот бой не просто так. Я думаю, что многие из вас были просто в шоке от действий Нурмагомедова в 3-м раунде с Конором Макгрегором. Из угла Хабиба просто орали во все горло, чтобы он проводил тейкдаун. Комментаторы были просто в настоящем шоке. Хабиб Нурмагомедов, стойку которого никогда даже не рассматривали, удары которого считали настолько корявыми, что ему вообще лучше их не выкидывать парником организации. И не просто стоял, а даже попадал по нему. Естественно, Нурмагомедов отдал эту 5-минутку, но факт того, что он дрался в стойке с Макгрегором, безумие. Ведь даже несмотря на усталость, Конор мог собрать последние силы и нанести сокрушающий удар с левой. Поэтому поражение могло быть ближе, чем многие думали. Но все же то избиение, которое испытал Конор во 2-м раунде, забрало его силы, и смертоносная левая превратилась в обычную левую. Но угол Хабиба все равно остерегался ударов ирландца. И несмотря на это, дагестанский чемпион продолжал биться в стойке. Опять же, у Нурмагомедова нереально мало моментов в карьере, когда он терял контроль и доминацию над противником. Поэтому приходится искать даже, казалось, в таких мелочах хоть что-то. Но все же, стоять напротив такого искусного ударника, как Конор, очень опасная идея. Дастина Порье многие люди знают как парня, который умеет бить. Да, он проигрывал нокаутами и Майклу Джонсону, и но тем не менее, несмотря ни на самую лучшую челюсть, Бриллиант адаптировался и смог найти способ самому побеждать одного бойца за другими нокаутами. У Порье 13 побед нокаутами, и он сам убирал весьма опасных нокаутеров со своего пути. Поэтому в преддверии поединка Хабиба и Дастина все понимали, что хоть у Бриллианта и мало шансов, попасть он все-таки может. И знаете что? Он попал. Он серьезно попал, и, наверное, впервые вообще за всю карьеру Хабиба его ноги загуляли, и он принял весьма весомый урон. Но несмотря на это, Нурмагомедов принял лишь один акцентированный удар по себе. Все остальные панчи Дастина пришлись по воздуху. Хотя, по словам самого Порье, он думал, что и колено тоже зашло в цель. Во время просмотра боя в прямом эфире я просто офигел от того, что удачно вообще это получилось. Ведь казалось, что после первого раунда, а первая 5-минутка полностью ушла в пользу Хабиба, у него не осталось много сил, чтобы выкинуть хоть что-то. Но Порье все-таки смог довести свою пушку до челюсти Хабиба. Дагестанский чемпион слегка поплыл, но благодаря работе головой он смог увернуться от всех последующих ударов и выйти из воды более-менее сухим. Мне кажется, Нурмагомедов даже забрал больше сил у Порье, чем может показаться на первый взгляд. Ведь боец выдыхается больше всего, когда промахивается. А как я говорил уже, все остальные удары, кроме одного, у Дастина были по воздуху. Но все же Порье заслуживает уважения за то, что он один из немногих, кто смог заставить Хабиба реально работать и даже чуть повести его. Не зря после поединка с Нурмагомедовым все ММА-комьюнити выражает респект к Порье, и я думаю, что фанатов у него прибавилось, причем нехило. В
ноябре 2016 года. Хабиб Нурмагомедов изначально должен был драться против Эдди Альвареза, но UFC решили по-другому и отдали титульный шанс Конору Макгрегору. Хабиб был зол, но тем не менее принял поединок против опасного нокаутера с быстрыми руками Майкла Джонсона. Перед боем все понимали, что если Нурмагомедов затянет Джонсона в партер, то все будет кончено. И также все понимали, что если Майкл нащупает правильную дистанцию, он сможет поймать Хабиба, и тогда у дагестанца начнутся проблемы. В начале поединка Нурмагомедов не спешил переводить бой в партер, и некоторое время бойцы находились в стойке. Правая рука Хабиба была поднята, и он, скорее всего, ожидал левый удар от Майкла, ведь тот стоял в левосторонней стойке. Но в итоге Джонсон попал молниеносным правым, который, по всей видимости, попал весьма неплохо по Нурмагомедову. Хабиб, естественно, после этого момента понял, что лучше не играть в игру Джонсона, ведь он очень опасный ударник. Особенно он был им в те времена. Нурмагомедов перевел поединок в партер, и теперь Джонсон на территории дагестанца. Можно еще выделить второй раунд в поединке против американца. Хабиб проводит попытку тейкдауна, и Майклс пролит его. И сразу же после этого накидывает гильотину. Этот поединок я смотрел в прямом эфире, и у меня буквально стучало сердце во время этого момента. И во время момента в первом раунде. Но Джонсон никогда не славился своим джиу-джитсу, поэтому такой грамотный грэпплер, как Хабиб, смог без проблем и весьма легко выбраться из гильотины Майкла. Опять Дастин Порье. Бриллиант и вправду темная лошадка, ведь он был буквально в шаге от победы над дагестанским чемпионом, но его ошибка привела к поражению. Помимо того момента во втором раунде, когда Порье сильно попал по Нурмагомедову, в третьем раунде, после прохода в ноги от Хабиба, Дастин накинул на первый взгляд очень крепкую и очень опасную гильотину. В какой-то момент казалось, что вот, американец наконец-то нашел свой шанс, который он искал весь бой. Но весь прикол в том, что Нурмагомедов был в порядке. Да, было неприятно, но он не был так близок к поражению, ведь Порье ошибся при накидывании гильотины. Он не закрыл фулгард, а поставил одну ногу под Хабиба. И получилось так, что Дастин пытался задушить Нурмагомедова с одной ногой на спине. Если вы знакомы с джиу-джитсу, вы понимаете, что при закрытии фулгарда вы фактически не даете двигаться своему противнику в партере. Поэтому он вряд ли сможет уйти от гильотины. И единственный его шанс — это просто перетерпеть. Но опять же, Порье гард не закрыл, поэтому дагестанский орел смог двигаться в партере, благодаря чему в итоге и выбрался из удушающего и полностью высушил руки Дастина, которые и так были уставшие, ведь он весь бой старался не дать Хабибу провести сабмишн. Но так как весь бензин Порье ушел на попытку гильотины, сил сопротивляться у него не осталось, и Нурмагомедов смог закрыть великолепный удушающий сзади и принудить Дастина к сдаче. Хабиб показал выдержку в этом моменте, и комментаторы были шокированы от того, насколько высока воля к победе у дагестанца. Хавьер Мендес, главный тренер Хабиба, кстати, вообще не беспокоился во время этого момента. Like cyborg. Yeah, like he's like a cyborg. That, if people were worried about that choke, they don't know him. We weren't worried at all. We were in our mind, we were going, okay, he's going to burn his arms out trying to choke, because it wasn't going to go anywhere. Один из самых спорных боев Хабиба Нурмагомедова в карьере. Многие хейтеры по сей день убеждены, что Нурмагомедов отдал эту встречу. Глейсон Тибау и вправду дал Хабибу самый сложный бой в карьере. Дагестанец не смог провести ни одного тейкдауна в этой встрече и даже пропустил один сам. Нурмагомедов старался изо всех сил вырвать победу в данном бою, и хоть у него и не получались переводы в партер, он старался прессинговать Тибау и наносить удары по нему. Глейсон же отлично встречал Хабиба коленями и постоянно не давал орлу из Дагестана хотя бы шанс на то, чтобы провести тейкдаун. Бразилец время от времени попадал, но в основном он просто стоял у сетки и время от времени контратаковал коленями. В итоге судьи отдали победу Хабибу Нурмагомедову единогласным решением, посчитав, что дагестанец забрал каждый раунд из трех. Хабиб выиграл со счетом 30-27. Многие в недоумении по сей день с такого решения судей. И Тибау тоже. По его мнению, он все-таки выиграл данный бой. Если посмотреть на лицо Хабиба при объявлении победителя, можно понять, что он также не
ожидал, что отдадут победу ему. Но он был очень рад этому. По его словам, он считал, что Глейсон выиграл. Но позже, когда пересмотрел поединок, понял, что сделал более чем достаточно, чтобы забрать победу у бразильца в этот вечер. А что вы думаете, ребята? Выиграл ли Хабиб данную встречу или нет? Пишите в комментариях. Мое мнение, что Нурмагомедов хоть и с трудом, но забрал бой. Ну что ж, дорогие друзья, а на этом наш ролик заканчивается. Если он вам понравился, то, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк под этим видео. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А с вами был Пол, и вы были на канале The Striker MMA. До скорых встреч, дорогие друзья. Увидимся в следующих видео.